Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот батончик Nestlé Fitness. Злаковый батончик. Шоколад. Там есть разные другие вкусы, но я решила взять шоколад. Почему? Спросите вы. Потому что здесь есть фотография самого батончика и есть, то есть видно, как здесь лежит шоколад. То есть сегодня мы с вами будем проверять, соответствует ли фотография тому, что лежит в этой упаковочке. То есть соответствует она товару или нет. Вот. Ну и, конечно же, будем пробовать, вкусно вообще это или нет. Так, давайте посмотрим, что у нас с этой стороны. Здесь очень много, смотрю, здесь кальций даже есть. Витамин В2. Давайте посмотрим. Да, что-то тут смотрю, среднесуточная потребность взрослого человека в соответствии с... Тра-та-та. А, нет, я думала, тут будет написано среднесуточная норма, типа половинка там батончика, 1/5 часть, что-нибудь такое. Ну, там чего-то, ладно. Так, здесь у нас также прописаны витамины В2, В6, фолиевая кислота, да. А, и кальций. Железо, да, и кальций. Сколько там процентов, все такое. Но это даже интересно. То есть вы можете такой батончик кушать во время диеты, например. И продолжать, ну, то есть каждый день съедать, да, и получать при этом витамины. Это супер. Плюс еще там для сладкоежек там шоколад присутствует. Так, здесь у нас с вами есть розовый состав. Розовый состав, честно говоря, я первый раз вижу. Видела состав на золотом фоне, на красном фоне. Ну, розовый первый раз. Ну да, кстати, видно вполне хорошо вам. Я надеюсь, то, что вы его почитали, но, в принципе, он там не такой уж и большой. Кстати, очень мелко. Очень мелкий. Знаете, в принципе, состав точно такой же, как и везде. Проще, конечно, делать батончики такие самим дома. Давайте ее откроем и посмотрим. Кстати, от фитнес есть еще, по-моему, хлопья продаются, если не ошибаюсь. Может быть, когда-нибудь будет и на них обзор. Так. Наш батончик. Почти соответствует, по-моему. Ну да, тут немножко посимпатичнее, мне кажется, он был. Тут какие-то еще черные точки. А, это шоколад, что ли? Точно, наверное, шоколад. Ну да, здесь, конечно, на упаковке он совсем другой. Здесь просто как батончик. А, ну вот, вот у него перед. Нашла перед, все. Это был зад. То есть зад, смотрите, какой-то приплюснутый такой даже. Как будто на него в магазине наступили. А вот здесь вот прям видно отрезанный. Видимо, тут резали прям острым ножом, а здесь уже тупым ножом. Хотя он, кстати... Хотя нет, он... Не такой жесткий. Кстати, очень ароматно пахнет. А, здесь есть какие-то посерединке идущие козявочки. Ну, давайте вам поближе покажу. Ага, вот сфокусировалась. Посередине есть там кругленькие какие-то козявки. А именно вот эти вот кругляшки шоколада, честно говоря, похожи на какой-то круглый перчик, который сейчас съешь, и прям все будет острое.
перчит горошком, что ли, вот как он там называется. Шоколад, видите, в принципе. Довольно красиво, кстати, выглядит. И довольно аппетитно смотрится на тарелочке. Если еще вот так вот сверху положить второй, то есть голодавшемуся человеку на диете прям с удовольствием. Ну, здесь похоже на мюсли, облитое медом или каким-то, может быть, карамелью. Перемешанное это мюсли с какими-то вот штучками. Да, тоже мюсли. Разные только. Ну, так довольно симпатично. Снизу тоже есть шоколад, но снизу, в принципе, могли и побольше положить. Тут видно, что неровно порезано. Кстати, она там у нас... Сколько грамм-то было? Ну, ладно. В принципе, неважно. Вот. Давайте ее разломаем. Вот она разламывается. Она довольно симпатично, кстати, выглядит. Стоила она где-то около 40 рублей в пятерочке. Вот. Такая вся блестит, прям даже кушать не хочется. А вот просто сидишь и любуешься. Ну, давайте ее попробуем. Что же у нас такое здесь? Она довольно ароматная, вкусная, шоколад чувствуется. А, сладенькая, но не приторно. Мягкая, хрустит. Такая вкусненькая, но кушать еще снова и снова не хочется. А, ну, просто такая, знаете, как перекус. Как бы надо поесть во время диеты, ладно, я поем. Ну, такая нормальная, обычная. Хотя выглядит, конечно, очень красивая. Кажется, как будто она золотом переливается. Ну, на вкус такая нормальная. Мягенькая. Давайте попробуем вторую. Здесь вот во второй прям уже больше всяких там кружочков. В той как-то и не особо их было. Может быть, ну, шоколада, кстати, там достаточно. Может быть, даже вот этого вот здесь достаточно. Ощущение, как будто присутствует не сам шоколад, а какой-то усилитель вкуса шоколадный. По ощущениям так. Да, она такая хрустящая. Но кажется, как будто даже там много хрустящих орешков вместе с сухариками хрустящими. Что-то даже такое на вкус. Но вкусно. Ну, в принципе, да, так вкусно можно во время диеты, особенно во время диеты, когда так хочется какую-то вкусняшку, ее, в принципе, можно съесть. Да, кстати, мы не посмотрели, сколько там килокалорий. Это у нас, наверное, самое главное. Ну, наверное, мне кажется, я здесь буду искать очень-очень долго их. Кстати, здесь 23 грамма всего. Даже не 40, а 23. Так, килокалорий 361 в 100 грамм. Вот так вот. В принципе, если 361 разделить, ну, это не так много будет. 23,5 здесь грамма. Не так много будет. Ну, в принципе, если вы сидите на диете, средний как раз набор для набора, вернее, для уменьшения веса где-то 1500 килокалорий. Ну, например, придерживаюсь я столько. То, в принципе, это будет малость, если вы съедите 1, 2, 5 таких батончиков. Ничего страшного не будет. Посмотрели мы с вами вот такой батончик. На моем канале есть еще другие батончики. И еще, кстати, будут. Батончики у нас еще вот такие вот. Они у нас будут в ближайшее время выйдут. И там еще до этого выходил тоже один батончик. Найдете все это в плейлисте обзора продуктов. Там продуктов у нас обзор еще есть из Фикспрайса, из других магазинов, из магазинов Победы, Светофор. Также у нас есть обзоры на технику, на видеокамеры, наушники Bluetooth.
Вот, и все такое, что нужно блогеру. И также у нас есть влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, развиваемся, занимаемся, путешествуем. Моему сыночку 2 года и 9 месяцев, поэтому, пожалуйста, смотрите нас, подписывайтесь обязательно, пишите комментарии. Также по поводу этой вкусняшечки пишите комментарии, понравился она вам или нет. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока-пока. С вами был канал Артмания.